Нужно это, я сервер запустил, сервер у меня работает нормально. Теперь давайте внутри моего main я сделаю такой бесконечный цикл, который будет запрашивать из консоли два числа и его отправлять серверу, чтобы сервер мне это все вычисление сделал. Okay? Так, для этого да, Аляска разговаривает. Тихо. Так, я создаю одну переменную can work, который true. Потом я делаю while can work. Okay. То есть бесконечный цикл создаю. Теперь мне нужен клиент, веб-клиент. Первая вещь, что вы делаете, это просто заходите в Google и пишете vertex web-клиент. Так, у меня готовый нету. Ну ладно. Vertex web-клиент. Окей? Okay. Вот он. Он вам объясняет, что такое веб-клиент, как его подключить, какие сэмплы у него есть, как он будет обращение делать и так далее. Вот он, готовый код есть. Я беру, это на Java оказывается, давайте на Kotlin переведу. Вместо Java я Kotlin напишу, вот он. Okay. Так, теперь в dependency я должен подключить Vertex Web Client. Вот он. Окей? Okay. Видно? Он обращается к серверу теперь. Сервер у меня есть. Через браузер у меня получается обращаться. Теперь я должен как браузер подключиться к нему. Okay? Как браузер я должен туда. Это не только на мой веб-сервер. Я могу на любой другой веб-сервер тоже подключаться. К примеру, вам нужно список книг из библиотеки МГУ. Да? У них есть сайт, у них есть система какая-то, там несколько тысяч книг там есть. Вам сказали, если ты принесешь мне список всех книг, которые есть в библиотеке на этом сайте, я тебе там оценку поставлю. Что вы делаете? Берете первое, копируете первую книгу, вставляете блокнот, второе, вставляете блокнот, нажимаете вторую ссылку, правильно? И так далее делаете. Да. А вместо этого можно веб-клиент поднять, дать ему ссылки, он сам все это возьмет, через JSON можно будет потом его распарсить, и сохранить в один файл. Да. Хорошо. Я, когда видео отключу, я вам покажу, как это я делал. Okay. Так. Вот dependency Vertex Web Client я добавил. Теперь у меня в Maven есть... Вот он, Vertex Web Client. Вот он. Окей? Okay. В Maven он есть. Теперь я в main должен написать здесь обращение к моему серверу. Как я это делать, не знаю. Из этого что я делаю? Я иду сюда и читаю, что, как я могу сделать это. Написано, вот так вот создаешь веб-клиент. Я говорю, ну давай, создам веб-клиент. Давайте я его вне цикла создам. Он говорит, красно, нажимаю Alt-Enter, он сам импортирует, все. Okay. Он говорит теперь 1.6, да, это из-за того, что где-то опять у нас Kotlin на восьмерку стал. Вот. Все, он упал. Okay. На Create Rugged, потому что в Project Settings Kotlin у вас 1.8 должен стоять. Он стоит. Тогда зайдите на Edit Project Settings вот сюда. Да, потому что вы импорт сделали. Теперь иду дальше. Алло, звуки. Слушай, я тоже вас слушаю. У клиента есть несколько вариантов обращения. Есть get, есть post, есть put, есть delete, есть head и так далее. Около 20 там обращений есть. В основном пользуются get и post. Get — это когда вы через браузер это все вводите, post — это когда через форму отправляете и так далее. Ну, давайте вот get мы возьмем. Вот здесь написано какой-то код, непонятный код. Окей, okay. Я тупо беру этот код, я вам показываю, как студенты сейчас университет заканчивают. Google copy-paste. Вот, код я поставил, у меня здесь почему-то три параметра непонятных, правильно? На самом деле это параметр порта 80, а это мой сервер localhost, который там есть, да? А это ссылка, куда я обращаюсь. У меня ссылка пока что как? Вопросик A равно 10.
и b равно 20. Окей? Ну, если еще раз посмотреть одну вещь, если вот здесь вот нажать Control Probel, он скажет, братан, можно было не тремя, а двумя, или даже с одной можно было это все сделать. Окей? Ну, я думаю, так как порт у меня по умолчанию 80-й же, правильно? Я могу его убрать. И вот эту строку можно объединить. Все, у меня одна строка осталась. Та строка, которую я в браузере использовал. Вот эта вот строка. Ну, вместо 20-127 можно и localhost тоже делать. Вот. Вот эту строку я взял, сюда и поставил. localhost slash вопросик A10B20. Окей? Вот этот, который в браузере вы написали. Ту же строку, которую вы делали, я сюда и поставил. Все. И делаю send. Значит, у меня есть get, send. Вот он. Если вам не нравится вот эта серая линия, это старые версии Kotlin, нужно было вот в таком вот виде писать. Если вам он не нравится, вы можете скобки убрать, вот эта серая линия упадет. Ну, не будет его. Так, теперь, если succeed, если сервер у меня нормально ответил, то у меня уже есть ответ. Вот. Response код написал, да, здесь. Так, else мне пока не нужно, потому что я пока шазот у меня всегда правильно отвечает на сумму, да. И давайте сделаем так. Вот, обращение клиента у меня уже есть. Я, на который я в предыдущей паре посмотрел, я беру A и B из консоли. Как консоли прочесть, кажется, мы уже знаем, правильно? Делаем readline, 2 восклицательных знака, точка split через пробел. И вот у меня A и B у меня есть. Вот. И вместо десятки я пишу $A, вместо двадцатки я пишу $B. Okay? И какой ответ мне дает Shazot из своего сервера, я делаю следующим образом. Received response, точка. Ну, мне статус не нужен, мне на самом деле нужен body. В виде строки нужен. ToString. Вот он. Okay? Ну, ToString на самом деле можно и убрать. Просто нам нужно ответ Shazoda. Это response.body будет. Все. Значит, у меня теперь есть что? У меня есть бесконечный цикл. У меня есть ввод двух чисел из консоли. У меня есть клиент, который обращается к серверу и получает оттуда ответ. И этот ответ выводит на экране. Пробую запустить. А пока что не надо, мы пока остановку сделаем. Ну, потом мы добавим слово exit, чтобы он при exit, он из цикла выходил и так далее. Мы это все сделаем. Вот, hello world запустился. Shazot умеет 10 на 20 складывать. Сколько будет? То есть Shazot сказал 10 плюс 20 равняется 30. Получилось? Делаю дальше. 45, 60. 105. Понимаете, как это работает? Заходит туда. Отправляем на сервер, получается. Да. Окей. Okay. Давайте мы Shazot еще умнее сделаем. Здесь пусть он val dba равняется big decimal a. DBB равняется big decimal b. Вот. А что у нас на сервере идет? Запросы на сервере? Да, запросы идет на сервер. Ну все, он большие числа тоже умеет делать. Теперь запускаю. Shazot или это Shazot, да? Пожалуйста. 1 000 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
Но это же легко в конце поездки. Ну, чтобы я увидеть это так сделал. Потому что мы узнаем, видно. По сети попробуем? Да, давай. Да. А кто был? Куда подключаемся? Самандару. Давайте Самандару подключимся. Вы только интернет отключите у себя. Можете? Мне хочется на бордюр. Мейн. Если подключишь, по-моему, не получится. У нас один сервис.
Нет, я сейчас хочу подключиться к другому, не к localhost. Я хочу подключиться к другому, у кого работает, а пусть он подключается ко мне. И я в консоли буду писать, его сервер будет отвечать. Окей? И мы можем сделать еще одну вещь. У кого-то плюс будет, у кого-то минус, у кого-то умножение будет. И кто-то будет отправлять на разные серверы? Нет, кто-то будет запрашивать из разных серверов. У кого работает? А как вам подключаться? Сейчас я покажу вам. Если 5 минут времени есть, покажу. Я тогда видео остановлю.